Жители Техасского Ювалда оплакивают жертв разыгравшейся в городе трагедии. И здесь в результате стрельбы, открытой в школе 18-летним подростком, погибли 19 детей и двое взрослых. Люди собрались в центральном городском парке, где появился импровизированный мемориал. Мы пришли сюда с разбитым сердцем, потому что этих детей вырвали из жизни так рано. Это тяжелый, ужасный момент и для Ювалда, и для всего мира. Президент США Джо Байден, выступая в университете штата Делавер, обратился к выпускникам и нации в целом. Зло пришло в тот класс начальной школы в Техасе, в супермаркет в штате Нью-Йорк и в слишком много других мест, где невинные люди стали жертвами разрушительных сил. Мы должны быть более решительными, мы обязаны стать сильнее. Мы не сможем забыть эту трагедию, но мы можем сделать Америку безопаснее. Вице-президент США Камала Харрис пришла на церемонию прощания с Рут Уитфилд. 86-летняя женщина оказалась самой возрастной жертвой нападения на супермаркет в Буффало в афроамериканском районе. Харрис призвала собравшихся положить конец ненависти и насилию. Это момент, который требует, чтобы все хорошие люди, все любящие Бога люди встали и сказали: «Мы этого не потерпим. Хватит». В результате стрельбы в Буффало, которую открыл белый американец, были убиты 10 человек, еще 3 получили ранения.